Всем хаюшки, ребята, с вами Даня 666, когда попажет. Ох, ё-моё, на мое новое видео. И, короче, ребята, все вы, наверное, знаете, то, что в Чикенгане вышла новая обнова, ребята. 3.4.0, ребята, да. Она вышла, ну, как бы, сегодня, ребята, потому что я записываю сейчас ролик ночью, ребята, да. То есть, у вас сейчас 30 июля, а у меня сейчас 29, то есть, я сейчас записываю ночью. Ну ладно, ребят, сейчас не об этом. Короче, все, наверное, знаете то, что в этой обнове же добавили кучу пасхалок, ребята. Ну, конечно же, как же без пасхалок? Разработчик Чикенгана всегда добавляет какие-то пасхалки в наши новые обновления Чикенгана. И да, и одна из них, самая жуткая пасхалка, я думаю, это на мясную курицу, да. Разраб все-таки решил добавить мясную курицу. Ну как, она не похожа на мясную курицу, потому что у нее есть лицо. Ребята, это как настоящий чикен, только он красный, его какая-то улыбка хаги-ваги, да, ребята. И, знаете, его нельзя разглядеть, ребята, его близко нельзя разглядеть. То есть, ребята, он, как обычно, находится на карте Тонтриев, и к нему нельзя даже близко подойти. То есть, ты к нему близко подходишь, и он просто исчезает, ребята. А когда ты там далеко отходишь, его просто можно вдалеке увидеть, и это реально жутко выглядит. Так что сегодня мы попробуем разглядеть повнимательнее этого мясного чикена, ребята, да. Потому что его даже невозможно разглядеть нормально, потому что, ребята, его, к нему вообще нельзя подойти, то есть он просто исчезает. Ну, короче, ребята, разработчик нас все-таки услышал, он ментально добавил мясную курицу, ну как мясную курицу, в чикенган, ребята, потому что у нее лицо, мясной курицы нет лица. Ну, короче. Вы не поверите, но это мясная курица, вот такая вот пасхалка, есть даже в офлайне, ребята. То есть мы можем сейчас зайти на карту вот этого Тонтриев, где я живу, ребята, где записываю свои сюжетные ролики. И, в принципе, там, где нужно заспамиться, ребята. То есть смотрите, ребята, вы это видите? Ребят, вы это, черт возьми, видите, ребята? Посмотрите, там вдалеке та самая мясная курица. И причем, если мы... То есть, посмотрите еще внимательно, там что-то есть красное, это есть мясная эта курица. Ну, это вообще не мясная курица, у нее лицо, у мясной курицы нет лица. Ну, короче, вот, ну, вы, наверное, уже все уже увидели, но когда я возьму бинокль и включу его, то мясной курицы уже не будет. Оп, выключи, она есть. Оп, выключу, ее уже нет, ребята. И что я уже не делал, ребята? Я кидал в нее камеру, чтобы разглядеть нормально. И она все равно исчезает. То есть она тут есть, а на камере ее вообще нет, ребята. Это как работает. То есть разраб сделал так, чтобы вход, видите, вообще не чё? Ну, показалось. Невозможно было посмотреть на эту мясную курицу, блин. И вот только посмотрите, как это жутко выглядит, ребята. И как я буду теперь снимать ролики сюжетные на вот этой вот карте, если вот тут вот это вот чудо теперь. И знаете, ребята, еще что? Ему, конечно, можно наносить урон, ребята, да. Я уже пробовал, но его убить невозможно, ребята. Так что давайте вот так вот нацелимся, вроде бы где-то вот там. И смотрите, я нанес ему 100 урона, а он даже не умирает, ребята. То есть это просто какой-то бот, ребята. Но я надеюсь, что это бот. Он просто смотрит на нас, ребята. Да просто следит за нами, вот так вот жутко. И давайте сейчас реально попробуем кинуть в него камеру и посмотреть. Ой, блин. И посмотреть, исчезнет ли он этот. Я все кидаю. И посмотреть, будет ли он исчезать. Ну что ж, ребят, сейчас мы видите этого мясного чикена на камере, ребята. И тут как бы... Ну что ж, а если мы кинем камеру, ребята, то смотрите, короче, берем камеру, кидаем и... Ё-моё, мне кажется, мы не увидели, ребята. То есть вы не увидели, то что я все кидаю. Давайте гранаты выбросим. Оп-оп-оп. Ох, ё-моё. Ладно, давайте еще раз попробуем, то это не совсем понятно было только что. Давайте спамим новую камеру, потом вот так вот кидаем, ребята. Ну-ка, смотрим. И она просто исчезает, ребята, хотя она никуда не исчезала. Вот здесь вот она была на месте, ребята, но она на камере исчезла как-то возможно. И даже если мы рядом с этим домом поставим вот эту вот камеру, ребята, так что давайте вот просто наведем на дом, на камеру, то есть на вот этот вот дом, ребята. Все, просто летим, ребята, просто летим до этого домика. И видите, пока что этого мясного чикена нет. Его нет, ребята, он теперь опять там появился. То есть на камере его нет. А в окне он есть. Да как это возможно, ребят? Почему разрам не дает нам посмотреть?
на этого мясного чикина, капец. И у него реально есть лицо, хотя у него нет лица. Капец, это так жутко выглядит, капец. И, ребят, вот прошу, не надо устраивать никакие бунты и хватит писать то, что у меня нет обновы, у меня нет обновы. Да скоро она будет, ребята, не волнуйтесь, она скоро будет. Не выйдет она уже у вас же никогда. Так, не выйдет она, ну, короче, вы поняли, ребята. Она скоро выйдет, не выйдет она же у вас. Скоро выйдет, ребята, так что не волнуйтесь. Вот даже прицел красный горит, когда я навожу на этого мясного чикина. И знаете, ребята, что? Я думал, если мы будем несколько раз там, например, стрелять в эту мясную курицу, то мы, может быть, у нас появится этот мув, ребята. Но его у нас нет, к сожалению, капец. Да, это очень жутко выглядит, ребята, если честно. У меня просто слов нет. Смотрите, даже с винтовкой это работает. Погодите, вот есть, вот он ее нет. Вот есть, вот ее нет, ребята. Вот как это возможно, ребята? Вот как это возможно? Кстати, мало кто знает. Это обнову еще, и капец, даже я снял раньше Дэна, ребята, прикиньте. Кстати, ребята, вы заметили то, что Дэн 19К как бы вернулся, его разбанили, ребята. Он наконец-таки зашел на свой канал. Так просто и зашел. Так, например, когда вышла обнова в ЧГ, а Дэна забанили, он тут как тут, ребята. Ладно, сейчас без шуточек, ребята, а если мы просто закроем то окно? Интересно, что будет, капец, я испугался там, у меня на улице уже ночью кто-то пипикнул, капец. Так, мне уже страшно, если честно, потому что я дома один. Так, родители там уехали уже, там в гости скоро вернутся. Так, окей, да, ну что ж, давайте закроем вот это вот окно. Да, так, ну что ж, летим. Я уже не знаю, что говорить, ребята. И ё-моё, капец, она даже через это смотрит. Давайте немного еще поставим, ребята. Так что давайте, ну-ка, вот так вот, ребята. Так, вот так вот можно теперь. Так, я думаю, вот так вот уже. Вот так можно, капец. Ох, ладно, короче, летим к этому дому. Ее уже не видно, ребята. Только там какие-то глаза, ребята, видно. Ребята, реально глаза видны. Так, ладно, давайте. А с ее типа просто нет, ребята. На прицеле ее просто нет, а так она есть, ребята. Вот что за фигня. И знаете, почему я там не сегодня? Ну, то есть, как бы для вас сегодня, вот для вас сейчас 30 июня. Ой, то есть июля. А для меня 29 июля. То есть я сейчас снимаю ночью. А выложу ролик этот уже завтра, ребята. Ну, короче, ребята, знаете, почему я снимаю ночью сейчас? Потому что я хочу снять раньше Дэн, ребята. Капец. И вы столько подписчиков набрали, столько просмотров, ребята. Капец. Кстати, спасибо за 9000. Скоро мы наберем уже 9000, мою главную цель, ребята. Ну, короче, ребят, и не знаю, как можно разглядеть эту мясного чекина. И, кстати, когда ё-моё, показалось ли он, или он больше не исчез бы. Ладно. Ну, короче, и когда мы, например, еще поднимемся, вот смотрите, вот так поднимаемся просто, ребята, вот так, смотрите, давайте еще поднимемся, то он там появляется опять, а когда вот так вот, ну, смотрите, он просто появляется, ребята. Капец. Ох, ладно, мне даже уже страшно в этом доме находиться. Мне кажется, роликов пока что не будет, сюжетных. Пока что я не знаю. Ну, пока этот скрипт не исчезнет у этой мясной курицы. Так, пока разраб ее не уберет отсюда, пока она, блин, может быть, рано или поздно мы сможем к ней вообще подойти. Может, она вообще не будет больше никуда исчезать. Смотрите, у меня прицел красный, значит то, что мясная курица тут, но только она исчезла, капец, мне страшно в этом доме находиться даже, капец. А что будет, ребята, если мы реально призовем способом? Ну, то есть, ребята, мы поставим зеркало и два яйца, ребята, ну, точнее, четыре, по-моему, четыре нужно все-таки использовать. Ох, капец, ребята. Капец, Ирина, без шапки, причем без шапки в чикинка нельзя, только с гребешком. Так, ребята, и короче, мне кажется, у этого чикина все-таки злые глаза, ребята, ну как 6-13, ребят. Если есть пасхалка на 6-13, тоже он типа там появляется и потом исчезает. Капец, ну у него, то есть, мне кажется, у него были какие-то белые глаза, то есть у него белые глаза, и он еще с улыбкой Хаги-Ваги, кстати, как там Хаги-Ваги. Столько всего интересного, ребят, но я точно сегодня проверять не буду. Ну, точнее, завтра проверять не буду. Блин, короче, я уже 100 раз сказал то, что для меня 29 июля сейчас, а для вас там 30.
капец. Ух, ребята, ну я не знаю, что еще можно рассказать этой курице. То, что она выглядит по-другому, ребята, на самом деле. Она вообще на другом скриншоте. Она была в этом окне, вот этом, где прицел. А сейчас она тут. Ну хотя какая разница, ребята, какая разница? Давайте в тот еще дом посмотрим. Так, ладно, ну, наверное, там ничего не будет все-таки. Ух, капец, устал говорить. Кстати, ребят, я не заметил то, что добавили мобов из сквада. То есть, вот этого вот паука не было. И вот этого вот монстра не было сейчас. Вот этого вот вообще не было. И вот этого вот не было. То есть, их можно использовать даже только с помощью читов, ребята. Но раньше их, ребята, их не было. Так что, это реально не читы. Если что проверять, они реально теперь есть в магазине. Так, ладно, что это? Шамач уже заспалил, ладно. Ох, ё-моё, капец, ребята. Так, давайте их убьем, чтобы не мешали тут. Убьем их сейчас, давайте вот так вот просто. Все, вроде бы все замочили, кроме Джамба Джоша. Так, короче, сейчас не этих мобов, короче. Так, капец, убейся уже. Так, короче, а давайте прямо сюда, например, куда-нибудь встанем, ребята. Я не послышался какой-то страшный звук, ребят. Ну и, короче, давайте сюда, куда-нибудь спамил. Я видел как такой скриншот, то что типа тут игрок стоит, а в окне там есть эта мясная курица. Капец, ну что-то у меня не получается так сделать. Вот, ребята. Так, погодите, еще немножечко. Вот, ребята. Короче, не получается у меня. Ох, ладно, ребята. Наверное, будем заканчивать это видео, потому что я не знаю, как еще эту мясную курицу разглядеть нормально. Ну, разве что заскриншотить и приблизить. Не, ну так-то можно, тут просто будет все размыто и непонятно все-таки. Хочется реально к ней вот так вот просто подойти целиком и все. И сфоткать ее, чтобы она никуда уже не исчезла, ребята. Ох, ладно. Ох, ну, короче, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Это, короче, обнова 3.4.0, ребята. Ох, капец, ребята. Надеюсь, всем понравилось. Давайте в коробку нафиг спрячемся. И, кстати, я не смотрел анимацию от первого лица, то я второго лица смотрел. Смотрите, вот так выглядит оружие от первого лица. Смотрите, вот так вон мы крутимся, капец. Это даже как-то, не знаю, тошнительно будет. Так, ну, то есть вам затошнит даже, может. Так, вот так вот просто. Так, погодите, давайте посмотрим. Свою ногу, капец, как-то круто все-таки выглядит, ребята. Чего раньше не смотрел от первого лица эти анимации? Капец. Так, я, кстати, не тестировал мобов, ребята, так что давайте. Ну, я как бы уже тестировал, но за кадром, ребята. Так что вот такой вот еще. Че? Ребят, я только что сейчас стрельнул винтовкой, и я опять стрельнул винтовкой. То есть я убрал винтовку, и раздался еще один... господи, так извиняюсь. Короче, я стрельнул винтовкой, ребята, и раздался еще выстрел винтовкой. Чего, блин, капец. Извиняюсь, просто уже устал говорить, ребята. Короче, и последний, это батя нашего Толяна, ребята. Да, вот такого вот мощный, ребята, это происходит. Кажется, или звуки стрельбы с винтовкой. Капец, что происходит? Так, не кажется, если тут долго находиться, то будет какой-то скримак, ребята. Так что все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, кстати. Так, скоро будут... проверка мифов, причем на новой версии. Причем такого не ожидали, короче. Ну что ж, с вами был Даня 666К. Ух, ну и всем пока.